Всем привет! Обзор перца сладкого, который называется коричневый куб. Плоды шоколадные, коричневого цвета. А такая вот у него мякоть. Вот его этикеточка от Аэлиты. Давайте почитаем немножко, что тут про него пишут. Красивейший сорт, 120 дней созревания, куст 80 сантиметров, 7-9 миллиметров стенка и вес до 250 грамм. Ну, мы имеем стенку, конечно же, тут миллиметра 4, местами где-то 5, ну вот это не считается. Вот стенка, где надо смотреть. Здесь где-то 4 миллиметра, ну тут, вот тут 5 миллиметров. Ну, а цвет шоколадный такой, коричневый. Давайте я вам даже покажу его на кустиках. Вот соответствует он всему, кроме как собрали со стенкой. Возможно, в каком-то регионе или в теплице он и будет. Ну, вот эти плоды. Такие вот кустики. Это еще он недозревший. Вес до 200 грамм. У этого перца есть. Здесь поломало у нас. Или какое-то животное. Собачка пробежала. Ну, это остатки. Я его собрал уже давно. Уже вторая волна. 7 октября. Остатки этого перчика. Что можно сказать по вкусовым качествам? Он очень вкусный, действительно. Красивейший. Коричневый такой окрас. Не везде найдешь такого перца. Я с удовольствием его выращиваю. В салатах он шикарный. Можно вот такие перцы фаршировать. Рис, мясо и оттушить. Потом будет вкусное лакомство. Ну, как-то так. Сорт красивый, достойный. С удовольствием выращиваю. Семян в нем много. Даже внутри он такой шоколадный. Что радует очень. Действительно, можно делать салат. Кто любит перец, ассорти салат. С разных цветов. Будет очень красивый перчик. Если вас интересуют семена данного сорта, заходите в описание под видео. Есть ссылка на мой сайт. И покупайте семена данного сорта перца. Он очень и очень красивый. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Поставьте лайки в комментарии, напишите, выращивали вы шоколадные перцы или нет. И как они вам понравились, не нравятся. Все это пишите в комментариях. Я читаю. И задавайте также вопросы. Отвечу, что вас интересует. Всем пока.